Вот и подошел к концу летний DreamHack. В целом мы выступили хорошо и плохо. Хорошо, что второе место тоже достаточно высокий результат. Плохо, потому что, скажем так, победоносное наше шествие, когда мы побеждали, завоевывали первые места, увы, прервалось на этом турнире. Я хотел бы ребятам задать несколько вопросов, потому что мы не делали интервью в течение чемпионата. Первый, наверное, вопрос насчет групповой стадии. В группе вы сыграли с поляками АЛ и с ЛГЛ. Вопрос к Дарину насчет поляков. Что ты можешь сказать вот по игре с ними? Ставили ли вы их в ранг сильных команд? И было ли там что-то шло, там пошло не по плану с ними? Насчет поляков я не знаю, кто из них поляки. АЛ, который. АЛ? Да, первый. Ну, вообще они недавно сформированная команда, на самом деле. Ну, выступают, по крайней мере, под тегом АЛ недавно, с недавнего времени. Они все еще у них впереди, я думаю. Но пока они все-таки довольно слабее нас. Хорошо, ну не буду там ничего спрашивать про вторую игру. Вот насчет третьей игры очень много вопросов было и комментариев. В комментариях у нас на сайте. Ну, самый извечный вопрос, Леш, сразу к тебе. Почему Анивию не забанили? Ну, как показала последняя игра, это дело совсем не в Анивии. Ну, как бы понятно, что мы не считали основной проблемой Анивию. И, в принципе, больше мы сделали как бы сами ошибок, чем... Как бы Анивия, она позволяла просто им долго держаться и потом поймать нас на ошибки. Но так, в принципе, это не является таким героем. То есть тот же Картус намного сильнее, как и показала вот сейчас последняя игра после финала. То есть ты причину поражения видишь в наших ошибках, а не там в ошибке в плане пика неправильного? Нет, ну, тут были полностью наши ошибки, как бы. Они просто терпели, у нас было несколько вариантов, как мы могли это разрешить, но мы это не сделали. И в итоге они нас поймали на нескольких ошибках подряд и после этого закончили игру. Понятно. Так, ну и, наверное, следующий вопрос к тебе, Данил, насчет нашей полуфинальной игры против Кёрс в интернете. Так, если по статистике смотреть, это, ну, теперь они Кёрс называются, раньше АЛ назывались. Мы им, ну, больше проигрывали, чем их выигрывали. Как вот на лане? Разница сильная была в уровне их игры? Разница в уровне их игры? Не сказал бы, что она отличалась сильно от онлайна, скорее скилл наш был повыше, поэтому мы их разделали. Понятно. Ну и последнее насчет финала, наверное, пару вопросов. Вот Генжа, Пейпер и Алекс, там ты, Эдуард, по поводу первой игры, по поводу первой проигранной карты, ты в чем видишь причины нашего поражения и был ли у нас шанс там на победу в ходе встречи? Вообще, думаю, мы не должны были выиграть турнир. Вообще, даже не задумывался, зачем мы проиграли. Почему не должны были выиграть? Не знаю. Не так хорошо подготовились, как могли бы? Да. Из-за этого имеешь в виду? Хорошо, ты тогда, Женя, почему думаешь, вот первую карту проиграли мы? Дарьян не подсказывает. Я думаю, команда подвела, просто. Команда подвела. Как-то не очень. Все хорошо играли, поэтому что-то не пошло не так, и мы проигрывали. Но вторую карту сыграли лучше, я так понимаю, в целом. То есть больше было по шансам. Но в целом мы обе карты проиграли в говно. Там разница была невелика, но в целом все равно. В целом в первой карте мы даже вели первое время, но сыграли в... повлияло то, что 5 на 5 их пик был сильнее в второй карте. 5 на 5, может, пик не так намного сильнее, только сильнее за счет картуса. Но, в принципе, оказалось так, что у нас очень там, сильно просела верхняя линия и тоже там, в итоге из-за этого составило некоторого рода проблемы. Ну и так, в принципе, как CLG является самым сложным противником в плане того, что они играют свою хитрую терпильную лигу легенд. Как бы. У них мы. Единственное, что у них можно подчеркнуть, это. Дарину, что не нужно прыгать, но мы в пятерых, а ждать, пока один Дарин прыгнет в пятерых твоих и пятером его убить. Да. Я не прыгал. У меня было 2 артефакта, я стоял сзади. У тебя было 0-10. У тебя было 0-10.
Напоследок, наверное, ну, немного о наших планах расскажем. Сейчас первый турнир, на котором, вероятнее всего, мы выступим, это польский чемпионат будет с участием, я думаю, практически всех европейских команд. Пройдет он в конце июля. Ну, для того, чтобы нам туда попасть, надо пройти из там одну из двух или трех, я не помню, сколько там, три квалификации европейских. В общем, будет разыграно 7 слотов на Европу онлайн. Думаю, что мы один из них возьмем. Следующий турнир будет 16 августа в Кёльне. Непосредственно уже европейская квалификация на финал второго сезона Лиги Легенд. Ну а об остальных чемпионатах, там, если мы проходим квалификацию IPL, то, соответственно, у нас еще Соединенные Штаты будут в августе. Ну и там уже будем держать вас в курсе. Ну пока два турнира, которые мы наверняка посетим в течение полутора месяцев, в Польше и Германии. Спасибо всем, кто болел. Извините, может быть, кого там разочаровали, не оправдали ваших надежд. Мы сделаем выводы. Ради вас забанили Анивию. Забанили, да, кстати. Это называлось «Ради фанатов баним Анивию». Но, к сожалению, не особо помогло это нам. Всем до свидания. Счастливо.